Вечерам в основном люди, да? Да. А с несовершеннолетними сюда туда приходят? Заходят. Заходят. Мы разгоняем, мы стараемся, пытаемся. Да, то есть вы... Вызываем. В смысле вы... Кнопку нажимаем, приезжают. Пока если не приезжают, они убивают. Понятно. Ну, значит, поэтому вы, только... вы говорите о том, что вы не реализуете товар. Нет. Довольны. Даже не вы уже знаете, да, что законом запрещено. Понятно, детям. В том числе и пиво в 2008 году. Вообще ничего, вообще. Я их сюда вообще не запускала. Ну, у нас вас, борьба с ними. Да, у вас постоянно. Есть или фейс-контроль какой-то на входе или нет, да? А предупредительные какие-то. Они знают, что сюда их не пускают, но они все равно приходят. У нас проходит акция, ликвидальность начинается с мэна. У нас есть наклейки. Давай, да. Яркие, красивые наклейки с телефоном, отделом милиции и... скажем так, если вы не против, то где-то можно разместить. Приходим, да, где-то при входе для того, чтобы всем было видно и понятно. Что... Почему они не понимают просто? Когда по мы скажем, это можно таких дверях повесить, чтобы прилипло? Не знаю. Это там уже что надо снимать. У вас разрешено это курить? Это сильно низко, да. Здесь только в тамбуре, там в середине никто не курит. Ниже. Чуть-чуть ниже, да. Вот так. Паспорта нема пива. Тоже наклейка интересная. Нет, я сейчас это самое скотчем туда прикреплю. Ну, вынесите скотч тогда, чтобы мы видели, что это уже конкретно. Ну, сегодня это точно не будут. Это 100%. Это придется мне сегодня опять вызывать. Вызывать. На то на и кнопка.